сейчас находимся в населенном пункте Авдеевка, где уже второй день идут ожесточенные бои. Вот сейчас здесь, недавно, буквально пару часов назад, бойцы бригады «Восток» подбили танк. Дальше подбито еще два танка. Наша разведгруппа, выходя после обстрела блокпоста, нарвалась здесь на первую танковую засаду. Три танка, вот, и скорее всего два БМП. Мы были вот там вот за мостом, откуда их и атаковали. После чего они встретили наше огневое сопротивление, и мы вызвали на них огонь минометов. Вот. После чего два танка ушло, третий, вот он, вы видите, никуда не делся. Потом мы вышли по вот этой дороге в район кладбища. И там нарвались на танковую засаду в упор примерно, ну вот как отсюда. Ну, грубо говоря, вот начиналась зеленка Авдеевка, а вот следующее дерево, вот там стояли их не два танка и БМП. БМП мы спалили. А танки прорвались на наши позиции. Ну, грубо говоря, нас было 8 человек, особо мы их сдержать не могли. Но покатались по нам немножко. Вот. И потом сбежали. Раненых у нас 5 человек, убитых нет. Так что отработали, я считаю, на пятерочку. Для ополчения, я думаю, это вообще на 5 с плюсом. Пусть знают, кто здесь воюет, и никакого русского спецназа, как они написали, который вчера штурмовал ихнюю танковую бригаду, не было.